Уборку снега, безопасность дорог и общественных пространств, а также оказание жилищно-коммунальных услуг смогут обсудить югорчане во время прямого эфира губернатора. Онлайн-встречу Наталья Комарова проведет 4 ноября. В эфире также примут участие члены общественных организаций, действующих в интересах инвалидов, волонтеры и чиновники. Вопросы уже можно оставлять в Инстаграме под постом главы региона об этой встрече. С ними будут работать главы муниципалитетов, отраслевые ведомства, а также Центр управления регионом. Трансляция эфира пройдет в аккаунтах губернатора Югры в социальных сетях Инстаграм, ВКонтакте, Одноклассники, группе региона Югра ВКонтакте. Кроме того, на странице губернатора будет доступна полная запись. Начало эфира в 12 часов. Вакцинироваться против коронавирусной инфекции югорчане смогут в выходные и праздничные дни. Об этом сообщают в Центре медицинской профилактики ОКБ Ханты-Мансийска. В югорской столице мобильный пункт вакцинации до 7 ноября будет работать в культурно-досуговом центре «Октябрь». Там сделать прививку против COVID-19 и гриппа можно будет с 8 часов утра до 8 часов вечера. Также с 4 по 7 ноября пункт вакцинации будет работать в филиале поликлиники на улице Свободы, 2. Кроме того, в праздничные дни специалисты окружной клинической больницы продолжают вакцинацию в прививочном кабинете. Вопросы специалистам можно задать по телефону на наших экранах. Центр управления регионом запустил флешмоб в поддержку врачей. Медики сейчас нуждаются в нашей помощи. Из-за наплыва пациентов специалисты первичного звена здравоохранения перерабатывают более чем на 200%. Врачи работают больше, чем на двух ставках. Терапевты заканчивают обход за полночь. Поддержать их легко. В эти нерабочие дни нужно просто побыть дома. Сотрудники ЦУР Югры инициировали акцию поддержки в соцсетях. Чтобы принять участие, сфотографируйте своего малыша в костюме доктора и выложите на своей страничке с хэштегом акции «Врач – важная профессия». Сегодня стартует большой этнографический диктант. Жители Югры могут показать, насколько хорошо знают особенности страны и региона. Диктант проводят в России с 2016 года. Он традиционно приурочен ко Дню народного единства и проходит с 3 по 7 ноября. Если в первый год проведения в акции приняли участие около 90 тысяч человек со всей страны, то в прошлом году число участников почти достигло отметки в 2 миллиона. Принять участие в этнографическом диктанте может каждый. Диктант состоит из 30 вопросов. На их выполнение дают 45 минут. Максимально можно получить 100 баллов. Жители Нижневартовского района в равной степени используют все три способа участия в переписи населения. Так, в сельском поселении Аган на вопросы анкеты ответили почти 200 человек. Кто-то на едином портале госуслуг, а кто-то совершил визит в переписной пункт, который расположен в здании администрации поселения. Здесь переписчик подробно объясняет все нюансы и сам заполняет электронный бланк. А когда закрывается стационарный пункт, переписчик в узнаваемой форме и с бейджем отправляется на поквартирный обход. Так уже состоялся опрос Маргариты Венга, почетной жительницы Нижневартовского района, представительницы народа лесные ненцы. Какой из этих языков вы в повседневной жизни используете? Русский. Нет, кроме русского. А, ну не немецкий. Ну, мне не с кем разговаривать. Это я только мысленно уже рассуждаю, когда мне очень хочется выразить что-то поярче, мысль какую-то свою, идею. Родной язык немецкий. Немецкий, да. Каждый человек должен, я думаю, принимать. Мы же должны знать, сколько у нас человек, и какими языками там владеет, какой национальности, где работает.